О, черт побери, Юрич оказался в сложном положении. Нет, я не про это имею в виду, я имею в виду про то, что вот что оказывается. Товарищ сержант, 2 часа до рассвета, ну что ж ты, зараза, мне светишь лицо, вот оно, разведенный мост, идут корабли. И разведено это до 2 часов. Через час, да, его сведут. 2 с копейками на 10 минут, на 20. Но я по расписанию глянул. Как бы. Ну как оно? Как оно? Как попасть? Я бы сказал, ну ладно. Люди, попавшие на машинах, видимо, не питерские. А вон Дворцовый какой красавец, а. Ну я, собственно, этого и хотел. Час можно подождать, до 2:45. Ну, как бы, мобильное приложение подтверждает все, поэтому весело. Но зато есть пожрать, что запасливо куплено. Бутылочка вот этой хрени, не буду ее рекламировать. Как раз на этот случай. Уже кричит, что нет памяти, поэтому я выключаю. Все, до свидания. Утром, может быть, увидимся.